Lincoln Navigator. Установили дополнительную навигационную мультимедийную систему на монитор водителя и два монитора для задних пассажиров. Сперва расскажем про дополнительную навигационную мультимедийную систему, которую мы подключили к штатному головному устройству. Справа сейчас Яндекс Навигатор, слева YouTube. Звук идет штатную акустическую систему стерео. Регулируется или крутилкой, или кнопками на руле. Любое приложение можно развернуть на весь экран. Пускай это будет Яндекс Навигатор. Полноценное штатное сенсорное и голосовое управление. Любые приложения вы можете самостоятельно скачать с Play Market, загрузить их на рабочий стол и пользоваться так, как будто всегда здесь и были. Помимо YouTube часто используют онлайн-телевидение, где все каналы со всего мира к вашим услугам. При этом все штатные функции работают в прежнем режиме, при включении задней передачи всегда в приоритете штатной системы парковки. И при этом все оригинальные функции, опции сохранились, и им пользоваться можно точно так же, как будто ничего не подключено. Так что обращайтесь, вам наверняка понравится. Для комфорта задних пассажиров спинки передних сидений установлены дополнительные мультимедийные мониторы. В них можно запускать разный контент, это независимые системы. Здесь у нас сейчас онлайн-телевидение, а здесь YouTube. В любой момент монитор можно снять, останется вот такая вот оригинальная заглушка, которую мы установили. И также в любой момент можно установить монитор назад. Идеальное решение для комфорта ваших любимых задних пассажиров.